Супружескую пару тунисцев, которых арестовали в Швейцарии по подозрению в причастности к нападению с ножом в Марселе, депортируют на родину. Власти решили, что они представляют угрозу безопасности. Задержали их в воскресенье на швейцарско-итальянской границе. Они собирались запросить в Италии убежище. Мы арестовали пару в Кьясо. Как оказалось, мужчина приходится братом, нападавшему в Марселе. Эта пара подала запрос на получение убежища в Швейцарии. Проведя проверки, мы поняли, что она представляет угрозу внутренней безопасности. Мы приняли решение их депортировать. Нападение с ножом 29-летний Ахмед Ханачи совершил во французском Марселе 1 октября. Он смертельно ранил ножом двух женщин, после чего его застрелил французский солдат. Что касается задержанной пары, полиция сообщает, что мужчину подозревают в связях с радикальными группировками. Однако его непосредственная причастность к нападению в Марселе пока не подтверждена. Швейцарской полиции об этих людях ничего не известно. Однако полиции других стран сообщают, что они так или иначе имеют связи с джихадистским движением. Для нас это достаточно веская причина предположить, что они представляют угрозу для Швейцарии, поэтому мы их высылаем. Как сообщается, в воскресенье в Италии также был задержан другой брат нападавшего.